Здесь композиция с бабочками. 4.27. 8 марта, если что. Ставим заборчик. Может, вот так как-нибудь? Ой, они на пальцы красивые. Находимся в городе Электросталь. Сегодня 7, уже 8 марта. Мы на ночном монтаже делаем 3 зоны. Это зона на фудкорте, фотозона в форме крыльев бабочки. Сейчас мы к ней добавим хэштег. Значит, следующая зона – это сцена. Все хотят спать, я уже ничего не соображаю. Ну, короче, это сцена. И третья фотозона напротив супермаркета. Там будет такой островок с цветами и бабочками. Замечательно. Итак, фотозона бабочка. Нам нужно поставить 2 отдельных крыла вот такими укосинами. Соберем на месте. На производстве мы готовим каркас, а монтаж будем делать на месте. Готовим тельца для маленьких бабочек. Вырезали из пеноплекса, покрыли ПВА и покрасили краской черной. Сюда будет размещаться бабочка. Это у нас подписано, какая бабочка. Сверху тельце, снизу тельце. Ставим сюда потом очки. Идеально это. Даша приклеивает тела. Да, приклеивает тела. Ой, они на такие пальцы красивые. Сегодня мы приехали в ТРЦ Эльград, в Электросталь. Начинаем распаковывать стенд, украшать. Ань, что делаешь? Травку стелю. Я уже. Очень хорошо, что никто не мешает. Монтируем фотозону. Вот такая получилась замечательная бабочка. Можно вставать и фотографироваться. Делаем круглое покрытие для фотозоны, чтобы смотрелась более картинка завершенная, приятная. Вот такой каркас сзади. В принципе, ничего особенного, но фотографии получаются очень интересные. И клиентам, посетителям торгового центра, всем это очень нравится. Такое делаем мы не в первый раз уже. Позже будет встроен в данную фотозону хэштег с надписью ТРЦ Эльград, чтобы получившиеся фотографии заодно и рекламировали данный торговый центр в городе Электросталь. Время 3 часа ночи, 7 марта, вернее уже 8 марта. В общем, все как обычно. Вот так выглядит торговый центр в ночное время. Возможно, для многих это будет интересно посмотреть. Может, вот так как-нибудь? Это у нас декорируется вторая зона. На полу мы разместили газон зеленый. Стоит металлическая площадка с прутьями. Все сделано полностью из металла. Сейчас устанавливаем бабочки на эти прутья. Красим прямо по месту. После этого закрываем этот островок полностью забором. Декоративным, конечно, но тем не менее люди не будут проходить уже сквозь него и дергать, отрывать, ломать красивые декорации. После всего этого декорируем газон, площадку и стойку вот такими цветами. На самом деле все это делается ночью. Все это делается непросто, потому что приходится ночами зависать в торговых центрах. Казалось бы, всего лишь усики для бабочек, но для этого нужны саморезы, шуруповерты, сверла и многое другое. Наши усики вставлены в пеноплекс, подготовлены на производстве. Мы немножко сгибаем усики бабочек для того, чтобы смотрелись они более интереснее. Продолжаем декорировать наш островок, дополнили его цветами. Ставим заборчик.
завод у нас какой-то. Да. Вот мы и закончили монтаж в торговом центре «Эльград» города Электросталь. Изначально зона предполагалась располагаться у стены, чтобы она была односторонней, но когда мы приехали на монтаж, нам показали вот эту площадку, задекорировали с этой стороны цвета. И вот, как это все происходит. 4.27. 8 марта, если что. Всем весны. Оставайтесь с нами, пишите свои комментарии, оставляйте свои отзывы и впечатления. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчики, лайки. Честно, мы очень подустали за период 8 марта. Очень много всего было интересного, что можно было снять. Мы сняли, где можно было взять камеру с собой. Взяли, еще что-то до конца не смонтировали. Короче, оставайтесь с нами, не пропустите самое интересное. Пока!